Рюкзак снаряжения, 90 литров Commander. Это походы от недели, 10 дней, в Алтай, Сочи, Адыгею, в Крым, на долгие походы. Здесь усиленная ткань, есть ручка для того, чтобы можно было хвататься его в горизонтальном виде, если положили, взяли, подняли, потому что рассчитан на тяжелые вещи. Здесь у нас нижний доступ, можно положить спальник, обувь и мокрую одежду. Здесь есть крепление для пенки или палатки. По бокам есть стропы длинные, действительно длинные, с запасом для того, чтобы можно было скрепить туда пенку или палатку. Широкие карманы. По спинке, спинка регулируется на латах. Вот здесь такая жестяная лата и здесь вот она. Значит, регулировка спинки на латах. Здесь широкий поясной ремень для того, чтобы снизить нагрузку. Вот в целом вот так выглядит. Здесь регулировка есть на стропах, а сверху тоже клапан, есть карманчик, система подвеса. Везде, заметьте, светоотражающие элементы, чтобы вас увидели в дороге. И внешний карман для пауэрбанка, дождевика, в том числе. Ну, вот берете вот так, ху, поднимаете.